Lexus GX в новом поколении. Я первый раз такой вижу. Так, ну что, давайте смотреть, как это все дело выглядит внешне, в цвете, который, наверное, пожалуй, самый необычный для Lexus. Так, визуально прикольно. Есть перекликающиеся моменты со старшим братом, с LX. Пойдемте сзади посмотрим. Так, сбоку у нас тут что? Так, пороги, диски, колбаски. Можно поставить и другие. Будет более агрессивно смотреться. Сзади минимализм, но достаточно симпатично смотрится единая диодная лента. Да по большому счету, какая разница, как это все смотрится, ведь это Lexus, его в любом случае будут брать. Так, кстати, не обратил внимания сразу, контрастные ручки. А, у нас черный салон. Раньше назывался цвет кузова дорого, теперь дорого не в цвет кузова. Ну, они, видишь, они глянцевые такие, очень симпатично выглядят. На этом цвете симпатично. Так, естественно, Lexus хорошо оснащенная машина. Бесключевой доступ, старт-стоп. Экран, как вы видите, напоминает нам RX Lexus. Дальше. О, слушай, интересно, как реализовано, да, здесь? Как и зачем? Я не поняла сначала, что это, потыкала, и вот так вот это здесь. Вот беспроводная зарядка для телефона, она есть, просто изначально, когда в глаза бросается вот эта площадка, кажется, что это она, но нет. Сиденье электрическое вам демонстрирует Евгений. Мы с вами... Это что, Тойота? О, да ладно, это же не похоже на Тойоту вовсе. Слушай, очень хорошо. Посмотри, какой длиннющий, то есть это... Слушайте, вот это реально удобно очень. То есть, когда едешь в дальнем путешествии, да и не только в дальнем, вот эта нога вообще выпрямлена. Кайф. Это очень круто. И это же для, ну, для вен, для всего это прям очень хорошо, когда ноги находятся в приподнятом положении. Так, смотрите, у нас с вами здесь подогрев руля, вентиляция, обогрев сидений выведены как у RX. На кнопочке двухзонный климат на крутилочках. Это адаптивный круиз. Сейчас ассистенты. Вот здесь управление полным приводом. Черный с перфорацией салон. И здесь небольшие такие алькантаровые зеленые вставки. Темный потолок. Большой люк, но не панорамный он. Сиденье заднее тоже греется. Вот здесь управление адаптивом. Цифровая приборка, вот как она выглядит. Память сидений электрических и вот здесь электрический багажник. Здесь также есть... Что ты? Это вот с какого года? Это с того самого, да. Проекция, и здесь полноценный есть обогрев лобового стекла. То есть я вижу нити, я даже не сразу их заметила. Ну что, вот такой у нас автомобиль. Понятно, что он не может быть дешевым, но он же... Во-первых, Lexus, то есть он надежен, он прекрасен с точки зрения проходимости, и он хорошо оснащен, и он качественный по материалам. Собственно, он всегда таким был.